привет, с вами Полина Холод. Сегодня я бы хотела вам показать покупки из магазина Фикс Прайс. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Ну, а мы начинаем. У меня на самом деле покупок накопилось достаточно много. У меня целых два пакета. И первый пакет вот у меня такой. Он весь заполненный. И второй пакет у меня чуть поменьше. И тут новиночки у меня лежат. Ну и в том пакете тоже новиночки, но здесь как бы более такие новые вещи, которые только привезли. А в том пакете вещи, которые, ну в принципе, не считаются новыми, но я так предполагаю, они уже во всех фикс-прайсах есть. Давайте начнем именно с вот этого пакетика. Так, первое, что я вам покажу, наверное, это будет канцелярия, потому что сейчас достаточно многим интересно смотреть канцелярию в магазине Fix Price. Значит, первые две новенькие вещички, это вот такие вот классные два блокнотика. У меня они одинаковые, как вы видите. Один блокнот я для себя купила, просто мне очень понравилась обложка и вообще очень классно придумано. Сейчас я вам все поближе покажу. А второй блокнот, ну точно такой же, я разыгрываю в конкурсе, но помимо этого блокнота там еще есть вещички. В общем, на моем канале сейчас проходит конкурс, он в честь 1 сентября. Там я, естественно, разыгрываю всякие вещички для школы. И, в принципе, я не знаю, когда вот это видео будет на моем канале. Возможно, когда это видео будет на моем канале, конкурс уже закончится. Но если еще конкурс идет, то участвуйте, потому что призы достаточно классные. И там два победителя. В общем, вот такой вот блокнотик давайте вам покажу. Очень, я считаю, классный. Здесь... Вот прикольное то, что придумано в этом блокноте, это его обложка. Здесь водичка, как вы уже поняли, есть. Она вот так вот булькается там внутри. И еще туда добавили такие вот блестки розовым цветом. В Фикс Прайсе очень много разных обложек. Я взяла именно с такими ежиками, ну, мне нравится. И на обратной стороне такой же рисунок, только здесь уже нет водички. И сам блокнот, он не разлинованный, просто белые листочки. Можно, допустим, рисовать, что-нибудь там нарисовал, и будет как скетчбук. Можно вести как блокнот, тоже достаточно хорошая будет вещь. И вот на обратной стороне здесь написано 99 рублей. На самом деле, я вот лично против, когда клеют в блокноты, вот в такие вот, да, бумажные, такие наклейки, потому что если ты эту наклейку просто уберешь, то здесь будет такая дырочка. Но это некрасиво. Значит, здесь написано блокнот антистресс конфетти. Ну, достаточно классный блокнотик, я считаю. Он стоит 99 рублей. И поэтому я вам советую, купите. Вот как раз здесь водичка. В принципе, тогда, когда я купила, мы еще, помню, с мамой пошли в магазин. И помимо вот этих вот блокнотов, у меня еще другие вещи лежали в пакете. А эти блокноты были вот прям в самом низу. Мы купили достаточно много вещей. И весь этот груз был на блокнотах, а здесь водичка. В общем, проверено. Не лопнул, ничего, все нормально с блокнотами. Как видите, живые. И поэтому я считаю, что хорошая вещь, можно даже брать в школу. У нас только в одном пока что Фикс Прайсе это есть. Вот два набора таких, сейчас вам покажу. Такие два набора. И это набор зажимов для бумаги. Цена 55 рублей. Здесь 25 штучек в пакетике. И вот первый пакетик, здесь 19 миллиметров. Эти зажимы, как видите, они разноцветные, то есть здесь есть и желтый, и черный цвет, и синий, потом розовый даже есть, бирюзовый, темно-синий. В общем, не только черный цвет присутствует, что очень круто. Я считаю, что для школы, допустим, можно приобрести такой вот набор, тем более здесь маленькие зажимы. А второй набор, как вы поняли, здесь уже зажимы побольше. И тут имеется черный, желтый, темно-синий, бирюзовый и розовый. Ну, вот такие вот цвета. Тоже достаточно хорошая вещь, я считаю. И, если я не ошибаюсь, есть еще третий набор, где либо чуть побольше, либо чуть поменьше есть. Вот не помню, честно говоря, могу, конечно, ошибаться, но я взяла вот такие вот два набора. Это вот такой набор за 55 рублей. Это скрепки, закладки декоративные. Я взяла с такими миленькими пончиками. Вы только посмотрите, как красиво все сделано. Яркий цвет, розовый, зеленый, голубой и такой вот фиолетовый. Еще из новинок я увидела вот такой вот классный блокнотик. Он стоил вроде бы 25 рублей, если я не ошибаюсь. Всего здесь 80 листов, блокнот А6.
Ну, мне просто очень понравилась собачка. Я считаю, что очень мило. И здесь будет в клеточку голубую блокнотик. Как вы видите, на спиральке на такой. И тут написано «Я все могу, умею меньше». Вот еще раз вам покажу. Обложка просто обалденная, я считаю. В этом пакете у меня больше нет канцелярии. Я чуть позже покажу вот эти вот рамочки. Просто хочу закончить именно с канцелярией. Давайте вам покажу еще из новинок. У нас привезли это за 55 рублей листы для заметок с клейким краем. Две штуки по 80 листов. Очень, мне кажется, классно придумано то, что написали список дел. Можно написать и приклеить. Будет очень удобно. И тоже разные есть на самом деле такие стикеры. У меня уже достаточно много таких стикеров есть. Но единственный их минус то, что вот именно этот клейкий край, он очень плохой. Поэтому если только один раз вот использовать этот стикер, если вы хотите, допустим, этот стикер, ну, вы в блокнот ведете, да, записали что-то, приклеили, хотите этот стикер на другую страничку приклеить, то как бы держаться будет очень плохо. Поэтому лучше только один раз использовать стикер. Еще что я вам хочу показать, это набор гелевых ручек, синие чернила здесь, 8 штук за 77 рублей. Я уже вам показывала в предыдущем видео, где вам, ну, именно показывала покупки из магазина Fix Price. В общем, я показывала тоже такой набор, только там уже другой космос. Здесь, как видите, тоже космические такие ручки. Но если вы смотрели это видео, то вы помните, там тоже космические были гелевые ручки. На самом деле они хорошие, но единственное то, что они пишут ярким синим цветом. Если у вас блокнот или тетрадка, где вот там клетка, и где там именно клетка или линейка таким достаточно ярким голубым цветом, то тогда ручка будет просто сливаться с тетрадкой, это будет некрасиво, поэтому если вы хотите приобрести такой вот набор ручек, то подумайте, надо ли вам это. В целом хорошие ручки, они хорошо пишут. Еще хочу вам сказать то, что есть такие ручки, только черными чернилами пишут, очень хорошие, вот просто идеальные. Я решила просто взять, потому что здесь космос, я считаю, что это очень круто, потому что такие космические ручки я нигде не видела, кроме магазина Fix Price, но именно в нашем городе. Еще у меня есть... Это я купила набор автоматических шариковых ручек, 8 штук за 55 рублей. Вот такой вот наборчик. Я считаю, что за 55 рублей столько ручек, это очень выгодно. Не знаю, как они будут писать, хорошо или нет. Если у вас есть такие ручки, то напишите в комментариях, хорошие они или нет. Потому что я много покупала ручек в магазине Fix Price, не автоматических, а просто там шариковые с колпачком были. В общем, мне они, честно говоря, не нравятся. Либо чернила пахнут, либо пишут просто отвратительно. Насчет этих ручек ничего не знаю, поэтому напишите в комментариях, кто именно вот такие вот ручки брал. Есть разные цвета. Я взяла именно таким вот кислотно-зеленым цветом и таким вот оранжевым. Я считаю, что красивые цвета, и надеюсь, то, что ручки тоже будут хорошие. Еще что я взяла, это обложки для тетрадей, 20 штук. Я уже достаточно давно покупаю, наверное, 3 года или 4, покупаю в магазине Fix Price обложки, очень хорошие обложки. Для учебников брала, для тетрадок, и мне все очень нравится, они не рвутся. Ну, допустим, я вот обложки некоторые 2 года использую, и они в идеальном состоянии. Поэтому именно вот для тетрадок подходит идеально. Если для учебников, то не знаю, считай, как вы будете обращаться с учебником. В общем, здесь вот даже написано, сколько сантиметров тетрадка должна быть, чтобы именно вот эта вот обложка подошла. Еще что у меня есть, это книга для записи кулинарных рецептов. Вот такая вот книжка. На самом деле, я ее забыла вам показать в предыдущем видео с покупками в магазине Fix Price, поэтому сейчас показываю. Тут всего 64 листа. Вот так вот еще раз вам покажу, выглядит. Есть разные рисунки. Вот внутри, как все оформлено. И много здесь листов. Не буду показывать каждую страничку, но очень много всего, поэтому приобретайте, потому что очень хорошая вещь. Еще из новинки, что хочу вам показать, это я увидела точилка фигурная с ластиком. 2 в 1 написано. Вот так вот выглядит эта точилка. Очень классная, с котенком. Не знаю, хорошая она или нет, но я покупала точилки в магазине Fix Price. Они были очень хорошие. Мне просто понравилось то, что здесь есть ластик
и точилка, то есть это как-то многофункциональная вещь. Есть еще фиолетовым цветом котенок, у нас в фикс-прайсах именно есть розовый и фиолетовый, возможно, в других фикс-прайсах есть другие цвета. Разные, естественно, есть не только котята, но и там какие-то другие персонажи, для мальчиков тоже есть. Следующее, что вам покажу, это уже у меня, в принципе, больше нет ничего из канцелярии. Давайте вам покажу виски ватные, у меня есть 140 штук, 100% хлопок. Вот так вот выглядит. Много раз уже с мамой покупаем такие вот ватные диски, очень хорошие, мягкие. И вот давайте вам покажу поближе, как это все выглядит. Просто обычным белым цветом, такие круглые. И тут еще, кстати, наверху написано плюс 20 штук в подарок. Следующее это 3 вот таких вот набора. Здесь 20 салфеток, влажные салфетки для детей, гипоаллергенно. Написано без содержания спирта, экстракт ромашки, ну и больше ничего такого нет. Хорошие салфетки, просто обалденные, они не тонкие и приятно пахнут. Правда, хорошие салфетки. Вот от этой фирмы давно уже берем, и все просто очень хорошо. Такие вот салфеточки. Сразу взяли 3 штучки и стоят, если я не ошибаюсь, 25 рублей. Еще что вам покажу, это мой любимый чай Тесс. Зеленый чай с клубникой и ароматом белого персика. Вот так вот выглядит упаковочка. Очень вкусный чай, 25 пакетиков, быстро заканчивается, поэтому приходится покупать много таких вот упаковочек. Просто я люблю этот чай, поэтому частенько его пью, из-за этого быстро заканчивается. Есть разные вкусы, но именно в магазине Fix Price и в магазине Лента продают этот вкус. В других магазинах я не видела еще именно вот такой вкус. Все есть вкусы, кроме этого, не знаю почему, но вот тут вот на обратной стороне написано, точнее даже нарисовано, какие есть другие еще вкусы. У меня есть, это мама для себя купила, массажный мяч, 9 сантиметров диаметр, такой вот мячик, маленькая коробочка. Здесь вот даже нарисована девушка, что держит этот мячик, и вот тут вот показано, что с ним можно делать. Я думаю, хорошая вещь, 55 рублей стоит, разные, естественно, есть такие мячики. Там вот тут вот 9 сантиметров, еще, по-моему, есть 7 сантиметров, разный диаметр. Разный цвет у мячиков, еще есть белый, я видела. Ну и вот желтый есть, я так предполагаю. Желтый, правда, не видела. И вот такой вот будет круглый мячик. Очень классный, на самом деле, такой вот жесткий. Ну, в общем, прикольная вещь. Еще что к нам привезли из новинок, это, так скажем, бьюти. Повязка для волос за 55 рублей. Когда я покупала эту повязку, в фикс-прайсах только был розовый цвет. Потом, через несколько, наверное, недель, привезли еще и очень красивый такой мятный цвет. Честно говоря, мне мятный даже больше нравится, но уже купила розовый такой вот оттеночек. Я думаю, что хорошая повязка, такая вот мягкая, судя по всему, она будет. И надеюсь, то, что будет долго служить. Я, на самом деле, долго думала, где же можно купить эту повязку, и нигде ее не видела. Даже думала заказывать на Пандау, за баллы нашла. Но все-таки не заказала и купила в магазине Fix Price. Надеюсь, то, что хорошая вещь. Тут вот даже девушка нарисована. Вот так вот выглядит. Значит, это палочки для маникюра деревянные, 30 штук. В таком вот пакетике все открываете и берете палочку. Ну, палочка, она обычная, ничего в ней такого нет. И таких вот 30 палочек. Достаточно много, я считаю. И стоит недорого абсолютно, 50 рублей. Следующее еще, что есть для маникюра, это вот такой вот наборчик. Есть еще разные цвета у такого наборчика. Сейчас скажу, набор для педикюра написано и что входит в этот набор. 5 предметов, пилочка 1 штука, разделитель для пальцев 2 штуки, кусачки 1 штука и щетка 1 штука. Вот такой вот наборчик открываете. В таком пакетике все лежит. Вот эти вот разделители, такие вот мягенькие, розовым цветом. Тут еще такие сердечки прикольные вообще. Круто придумано. Потом есть пилочка. Насчет пилочки не знаю, хорошая или нет. Вот такая вот пилочка. Красивая, цветная. Потом еще положили щеточку розовым цветом. Вот такая вот щеточка. Ну и последнее это щипчики или же кусачки. Такие обычные. Вот так вот они выглядят. Без всяких рисунков.
Еще у меня есть, это для папы, вот такие вот носки спортивные. Значит, здесь написано размер 41-43. Такие вот обычные носочки, мягкие достаточно. Тут вот написано спорт, ну, в общем, обычные носки. И последняя покупка, это вот вам покажу пакет для мусора с завязками. 50 здесь штук, ну, тут 60 литров написано, с завязками для пищевых и бытовых отходов. Вот так вот выглядит такой наборчик, давайте вам покажу. Длинные пакетики, очень хорошие, плотные, так скажем. Поэтому, если покупать в магазине Fix Price, то советуем, покупайте. И еще забыла вам показать, это рамки. Сказала то, что вам покажу, и сама забыла про них. Значит, рамка на 2 фото, Венеция, размер 10 на 15 сантиметров. Вот так вот выглядит, 99 рублей. Новиночка такая у нас. И вот так вот выглядит на обратной стороне. Можно повесить, кстати. Видите, тут вот есть крючки. И за 77 рублей рамка для фото Венеция 10 на 15. Вот так вот выглядит. И на обратной стороне тоже можно повесить или поставить. То есть вот прикольная такая штучка. Тут даже, кстати, показано. Можно вот повесить как поставить можно. И, в общем, это были все покупочки, которые я вам сегодня хотела показать. Надеюсь, то, что вам это видео понравилось. Ну, а на этом было все. Всем пока, ждите новых обзоров.